Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и в этом видео мы сделаем обзор рамочной кормушки, которая используется вместо верхней планки. Данная кормушка имеет размеры по длине с ушками 470, то есть полностью соответствует длине верхней планки. По ширине в самом широком месте она 35, то есть ее можно ставить на прямые планки без разделителей Гофмана. По высоте имеет размер 43 миллиметра, то есть 4,3 сантиметра. Вместимость данной кормушки 400 грамм. То есть данная кормушка используется при весенней подкормке пчел, а также без взяточный период. На осеннюю закормку, я думаю, она не подойдет, так как она очень малой вместимости. Но подкормить пчел весной и в безвзяточный период летом будет это идеально, скажем так, идеальное решение. Посмотрим, как она устанавливается. То есть, вот видите, на примере 10-рамочного улья мы уже сделали готовую. Здесь есть в ней специальное отверстие под саморез. Мы взяли вот такие прямые планки, то есть с высотой 300 у нас получается, как и обычная рамка. То есть вот она вот так вот устанавливается и идет вровень с рамками. Здесь также можно натянуть проволоку и вставить лист вощины. То есть у вас будет полноценная рамка, и медовая или медово-перговая, ну любая пчелиная полноценная рамка, и сверху у нее кормушка. Также, что хотелось бы сказать, есть очень хорошие ребра жесткости, мы над этим работали очень много, потому что без ребер жесткости с весом более 4 кг прогибалась эта кормушка и выглядела, скажем так, не очень надежно. Поэтому ребра жесткости для того, чтобы выдержала вес вместе с кормом и еще с медом. Ссылку на эту кормушку я оставлю под этим видео. Также можно заказать на наших сайтах Ulein и Uleishop. С вами был Александр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорой встречи. Пока!